Это настолько нестандартно, непривычно. Когда ты просто живешь в своем воображаемом мире. Короткие яркие включения. Вышло. Спасибо. Задача. Актриса знает. С режиссером обшнулась. Я сижу обычно за камерой. Я пристраиваюсь куда-нибудь между штативами. Сижу и подкидываю голосом Чебурашки какой-то текст. Я Чебурашка. Удивительное существо, которое каким-то волшебным образом попало вот в этот мир, в котором по своим уже законам привычным жили люди со своими характерами. И тут появляется нечто с открытыми глазами, у которого нет каких-то правил. Ему просто все интересно. Картинка невероятной красоты, артисты замечательные, сцены написанные уже ситуативно, так точно, глубоко и очень узнаваемо. Ну и плюс основа, классика. Все это очень, я думаю, трогательно, глубоко и тонко. И как Чебурашка внутри сценария растопил героев, так Чебурашка в кино растопит сердца многих зрителей.